В Дергачевском районе в ходе несения ночного дежурства инспекторами ДПС была предпринята попытка остановки автомашины ВАЗ-2109. Водитель транспортного средства не подчинился законным требованиям полицейских и, набрав скорость, попытался скрыться, в связи с чем за ним было организовано преследование. В ходе преследования злоумышленник выезжал на встречную полосу и совершал маневры, опасные для жизни и здоровья участников дорожного движения. На неоднократные требования полицейский об остановке правонарушитель не реагировал. Предупреждение о возможном применении табельного оружия, произнесенное инспекторами ГДМ, мужчина проигнорировал. В итоге, при выезде за пределы жилых кварталов, одним из полицейских после предварительного выстрела было произведено еще несколько выстрелов по колесам автомашины. После остановки транспортного средства правонарушитель был задержан. Злоумышленник привлечен к ответственности сразу по четырем статьям административного кодекса. В их числе невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.